От имени большого коллектива Вологодского молочного комбината поздравляем. Спасибо вам большое, так неожиданно. Ой. Неожиданным спасибо, в этой конкурсной спасибо. Заявке было все. Незрячая женщина на суд выставила ювелирной тонкости работу. Елочку из бисера высотой всего-то сантиметров 5. Да все равно какой размер. Марина Ивановна совсем не видит, но видит красоту. И потому подарок от магазина «Красный куб» будто специально для нее и создавали. Я его не вижу, но я вот чувствую, какой он красивый, какой хороший. Конечной целью все-таки является сплести картину, на которой волны синие с белыми барашками. Вот. И где, значит, лунная дорожка, где закат солнца. Вот это моя самая большая, наверное, мечта. А работницам магазина «Колесный ряд» начальство повелело на будущий год вырастить вдвое выше елку, чтобы уже на улице поставить. Но удалась и эта красавица из старых шин. Магазин «Красный куб» – это нестандартный магазин, такой же, как и ваша нестандартная елка. Дарим вам вот такой подарок – это часы с изображением дракона. Пусть они радуют вас. Идея девушек, кассира и администратора делали мужчины. Говорят, было нелегко, буквально. Тяжелые шины приволочь со склада, напилить, скрепить на саморезы. И запах в тот момент не елочный стоял. Запах от шин очень неприятный. В процессе производства пришлось потерпеть. С удовольствием посмотрела по 7-му каналу сюжет с вашей замечательной елочкой. И тут рукодельниц стало невозможно разлучить. Вязание – одна из вечных тем. К тому же с демонстрацией новинок – рукавички для одной из 5 внучек и кардиган, который Наталья Жоржевна связала для себя. Ну и конкурсная елочка, конечно, с уникальными снежинками на ветках. Ниточки, крючок, ручки и схема для вязания. То есть их тут порядка, наверное, 6, даже 8 видов снежиночек, да? И ангелочек сверху, да. Вот, потому что ангелочек, ну, вот так вот... Я уже говорила, что хранитель очага. И из этого дома сами дарители с подарками ушли. Кто знает, может, на новогоднем конкурсе в будущем году и они сами появятся в числе награжденных. Выбирайте, дарю. Можно? Выбирайте. Конкурс закончился. 3 победителя сегодня и 50 участников, в которых наша съемочная группа побывали. И ежедневные звонки. Приезжайте, снимите. Наша елочка самая-самая. Около 1000 заявок было точно. Но конкурсы еще впереди. Участвуйте, и к вам приедут Юлия Махова и Максим Тышковец. Новости Вологды.